Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам нашу поездку в магазин за покупками, а также как Аленочка готовила ужин для всей семьи. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и расскажем, что нового происходит на наших каналах. А также покажем вам, какую посылку мы получили от наших друзей-подписчиков. Оставайтесь с нами! Мы сейчас остановились на стоп-сайне, мы сейчас едем в магазин. Нелечка, Джанел, Маргариточка, Ангелиночка, Вова, Кэти, Дженнифер. Привет! Мы едем сейчас покупать рождественские подарки для школы и для их secret people дома. Я сегодня еду шопинг. Сколько у меня детей сегодня? 7 детей. 7. Посмотрим, как это будет у нас сегодня. Сегодня, как и каждый год, мы совершаем такую поездку с детками, когда они покупают подарок для своего секретного друга в школе и для своего секретного друга дома. Мы ходим по всему магазину, и детки стараются, чтобы никто не видел, кто что друг другу будет покупать. Мы приехали в магазин сегодня, у нас какое декабря? Да почем? 14 декабря. Что там такое? Что там хихикаешь? Мы приехали в магазин Walmart. Идем покупать. Ой, иди сюда. Не подглядывайте там, что они покупают. Там у нас Нелечка и Дженнифер покупают. Маргарита со мной. И Джанел. Где Джанел? Джанел тоже со мной. Пойдем. Это наша тележка здесь. Мы идем. Так, Вика хотела носки. Это специальные такие, чтобы они не... Видите, тут такие подушечки пришиты. Видишь, подушечки здесь такие. Держи. Ну все, тоже прячь их скорее туда, вот сюда. Прячь их туда под низ, чтобы никто не увидел. Маргарита дала нам свою куртку, чтобы Джанел могла спрятать свой подарок, чтобы братик, сестрички не видели, что она купила для них. Показать, что здесь продается. Конфеты, 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 конфеты. Да, Джанел, ты любишь конфеты? Угу. Какие? Эти. Здесь в основном такие леденцы всякие, а с этой стороны уже всякие шоколадные конфеты. Ну, конечно, вот эти конфеты, коробки конфет, ну, не очень вкусные. Да. Прям с палкой будешь кушать? Да. Болит твои брейсы, да? Ну, пойдем купим мазь. Мазь на зубки. Все, мы уже закончили шопинг. Вот наши здесь не очень много. Сзади нас Вова. Привет. Ну, у нас здесь не только подарки, у нас здесь тоже Маргаритины. У нее очень от брекетов болят щека, десны. Все, надо было купить такие. Вот. Ночнушку мы купили в подарок. Ага. Мы идем уже, Вов. Дженнифер, ты все купила, что хотела? Джанел, а ты? Викочка с нами. И Маргарита пьет воду. Номер 7 у нас. Кто это поет? Ну, на дворе еще не ночь, только 5 вечера. Алена нас ждет дома, она готовит ужин для всех. Викочка там с работы едет. Мы уже приехали домой, и Аленочка тут сготовила нам ужин. Она стол тут весь раз засервировала, салатик сделала. О, Ангелина. Ну, что красиво так все поставила. Ангелина будет счастлива, что ты салат сделала. Мама? Да. Вау! Как это называется? Poor man's steak. Poor man? Mm-hmm. Почему? I don't know. Это как большие котлеты, да? Mm-hmm. И тут еще пюре. Mm-hmm.
Yep. It's for four today. So, well, we just bought a ton of presents, so not really. Эти большие такие котлеты, это девочки научились готовить в школе. У них был cooking class. А ты кто? Ангелина! Ангелина, салат! Мы сейчас ждем, пока все придут, и будем кушать. Спасибо, Аленочка. Пока мы заговорили про еду, мы скажем, что на канале «Вкусные рецепты семьи Савченко» вышло новое видео «Рыбно-картофельные котлеты». Очень просто делать и очень вкусные и сытные. А на канале «Поговорим о семье» вышло также новое видео, запись прямого эфира на тему «Вечерняя семейная молитва». Запись этого видео вы можете посмотреть на канале «Семье». И линк можете найти под этим видео. А победителем конкурса лайков в этот раз стал Марк Ковалев. Мы вас поздравляем, ваш лайк был под номером 8. И мы вас ждем ваш адрес на нашу электронную почту, и мы вам вышлем открытку, фотографию, несколько наклеек от нашей семьи. Кто еще не знает, как участвовать в конкурсе, вы можете поставить на паузу и прочитать наши правила. А мы продолжим наш влог. Детки наши приехали, Аленочка их привезла. Привет, школьники! Привет. Привет. Привет, привет. Привет. Яп. Яп, яп. Посылка пришла? Ну, бери скорей. От кого посылка? Павлов. Семья Павлов? Да. Ох. Дженнифер, привет. А где твоя куртка? Алена опять дверь не закрыла. Привет, Ангелиночка! Аккуратно. Ну, конечно, я ее не открывала. Я ждала вас, пока вы придете. Ну, давай, открывай, Маргарита. Тут солнце так светит ярко. Скорее, девочки маленькие, идите сюда. Один, два, три. Подожди, кому там письма? From Yanni to Janelle, and to the Sustinko family from Samuel. Мне кажется, мы получали уже от них посылку недавно, да? I like them. I was like, oh, it's these people. Ага, спасибо вам большое, Маргарита. Ручка. Ага, спасибо. Красивая ручка. There's something in here. DS. Очень cold jacket. Кофта красивая. Let me see it. That is cute. Thank you. Спасибо. Спасибо. Вова, подожди по очереди. Это что? Это такие стерки, ластики. Ручки. Hey guys, you can pick. This is either candy canes or puzzles. Yep. No. Or chocolate. Oh, what does it say? Это, наверное, пижама. That's for me. Yes, can I have this? Can I? What is that? It's pajamas. I needed pajamas. Сейчас Нелечка пойдет померить пижаму. Кэти открывает. Sure, I'll be right back. Wow. That was a lot of rolling. Покажи. Victoria's Secret something. Show me what it is. Bombshell. О, это духи. Духи. Вау, все такие будут фэнси. Ага, открывай. Ууу, тапочки! Oh, no.
Так, Вова открывает. Because it was sticky. О, да, колготки. Спасибо. Девчонкам точно пригодятся колготки. Большое спасибо вам, друзья, за посылку, за ваше внимание. И большое спасибо всем, кто смотрел этот влог. Мы хотим с вами попрощаться, желаем вам всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, приглашайте ваших друзей и приходите к нам еще. До скорых встреч, до свидания.